В Академии Шах я училась на протяжении 2,5 лет на специальности дизайн и графика. Я с детства хотела стать дизайнером интерьера. Я очень любила рисовать и все время рисовала какие-то здания, комнаты. Моя учеба, здесь нахождение в компьютерной академии Шах прошло очень легко, благодаря хорошим преподавателям, квалифицированным, которые не только по специальности, а и по призванию, наверное, тоже. Компьютерная академия Шах, она открыта для всех. Здесь очень отзывчивые преподаватели, отзывчивая администрация, и они всегда готовы тебе помочь в любой момент, какой бы у тебя ни случился конфликт, или в группе, или с преподавателем, всегда они на твоей стороне. Хотела стать дизайнером, тоже интерьера, и я больше любила тоже рисовать. Я сегодня заканчиваю уже обучение. Мне понравилось тут учиться и заниматься. Мне больше всего понравилось в академии такие моменты, что преподаватели хорошо преподают рисование и 3D-моделирование. Мы моделировали дома, персонажей, тоже интерьер. Вот интерьер было чуть сложнее, но у меня получалось. Я закончила курс по компьютерной графике. Мы за 2,5 года изучали все, что только можно, все, что касается графики компьютерной и дизайна. Это было и рисование, и история искусства, и веб-дизайн, и как строить сайты, сайтостроение, по 3D-графике. То есть это можно рассказывать бесконечно, то есть нам не хватит с вами времени, чтобы все это обсудить. Здесь дают почву для размышления. То есть ты хочешь стать графическим дизайнером, но ты не знаешь, какое направление выбрать. Стоит только захотеть и стоит потрудиться. И я считаю, что это не конец, это вот сейчас, это только начало, как бы. Начало вот какого-то пути большого, самостоятельного. После окончания курса я планирую дальше уже начинать работать. Мои планы на будущее – это поступить дальше учиться в Академию Шах уже на высшее образование на 5 лет, чтобы усовершенствовать свои знания и быть полностью уверенной, что я уже могу двигаться в этой сфере.